транспортное средство был наложен арест. Арест наложен был на основании задолженности, имеющейся судебного исполнения. Я не юрист, могу ошибаться, точно вам говорить как юридическим языком не могу. Да, был суд, проходил. Должен я банку порядка 2 миллионов рублей, не буду уточнять точно, до копейки. А задолженность образовалась в свое время из-за трудностей. Президент обещал помочь предпринимателям и людям. Давалось указание банкам сделать каникулы, амнистию. Но мой банк, Сбербанк города Энгельса, пошел другим путем. Он провел суд, признал меня недееспособным, неплатежеспособным. После чего мне пришлось закрыть расчетный счет и уйти, наверное, в тень, потому что работать я уже больше не мог после того момента. До сегодняшнего времени у меня была возможность, я понемножечку выплачивал. У меня с зарплаты денежные средства в количестве 50% списывались. 5 дней назад супруга у меня поручителем являлась по данному кредиту. У нее полностью 100% заблокировали зарплатную карточку. Так что я остался еще вообще без средств существования. До момента, как я поставил сюда транспортное средство, проблем не было. И сегодня вот приехали забрать транспортное средство, мой последний источник дохода. Больше я работать не могу, зарабатывать я не могу. А вот связываете ли вы именно с акцией протеста вашей вот такую поспешность действий приставов? Сложно сказать. Я же упомянул, что до этого момента проблем ко мне не было, так как у меня шли списания с зарплатной карты, я выплачивал. Какое-то время, где-то временами, я даже дополнительно по 10 тысяч на отдельный расчетный счет Сбербанка выплачивал. Но в связи с тем, что стачка всероссийская, работать не могу. Сложившиеся условия в связи с тем же самым системой Платон и весогабаритными параметрами, те наши требования, которые мы выдвигаем, работать на сегодняшний день мы не можем. Поэтому я стоял здесь. Соответственно, дополнительные платежи производить я не мог. Не знаю, возможно, это... И есть какое-то давление, оказывается, на меня. Не знаю, я не могу в этом здесь утверждать. Не могу сказать точно. Будет ли продолжаться? Да, однозначно. Я здесь буду продолжаться, я здесь остаюсь. Я никуда уезжать отсюда не собираюсь. Сейчас все мои вещи перенесены вот в этот грузовик. Я буду здесь находиться. Мне деваться некуда, идти мне некуда. Дома меня никто не ждет. Я думаю, что скоро у меня уже и развод будет.